Эстонское побережье Балтики. Мимо этих берегов вскоре, вероятнее всего, пройдет очередной грандиозный проект – газопровод Nord Stream 2. Его представляют как спасение жителей Европы от энергетического голода. Однако у проекта все больше противников. Обеспокоенность проектом выразили Дания и Швеция. Против выступают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. Протесты носят экономический и политический характер. Однако у вопроса есть еще одна важная составляющая – экологическая. Давайте посмотрим, что происходит в России, там, где газопровод, идущий из Западной Сибири, должен занырнуть в Балтийское море. Кургольский заказник, сотни тысяч перелетных птиц, редкие растения, потрясающие пейзажи, реликтовые дюны, нетронутый лес. Этой природной жемчужине нет равных на всем северо-западе России. По мнению «Газпрома» и компании Nord Stream 2 AG, это также лучшее место для траншей и труб нового газопровода. Говорят, что газопровод будет самым безопасным и экологичным. Его строители обязуются использовать новейшие технологии и следовать высочайшим международным стандартам. И правда, в Западной Европе проект будет, что называется, белым и пушистым. К примеру, в Германии прибрежный лесок шириной в 200 метров в Померанской бухте труба преодолеет под землей, не тронув ни травинки. В России в дело пойдут бульдозеры и экскаваторы. Уникальный кургольский заказник разрежет громадная траншея длиной почти в 4 километра. Компания Nord Stream 2 AG выбрала самый плохой маршрут из возможных. Кургольский заказник – это совершенно уникальное с биологической точки зрения место. Другого такого нет ни на Балтике вообще, ни тем более в Финском заливе. Это территория, которая уникальна по разнообразию. Это своего рода клондайк редких охраняемых видов растений и животных. В 2000-х годах мы провели детальные мониторинговые исследования на всей территории заказника, и было обнаружено огромное количество новых местонахождений, целого ряда редких и охраняемых видов растений, лишайников и грибов. Подписав конвенцию о биологическом разнообразии, человечество признало, что залогом благополучия биосферы является как раз богатое биологическое разнообразие. Район Кургольского полуострова – важнейшая миграционная стоянка птиц на пути с мест зимовок в Западной Европе и Африке на север Евразии и обратно. В заказнике живут серые тюлени и редчайшая кольчатая нерпа, которых осталось всего лишь около 200 особей. Тут уникальные приморские и морские природные комплексы, болота и старовозрастные леса. В коридоре предполагаемой трассы нашли гнездо орлана-белохвоста. Это краснокнижный вид, который должен охраняться государством, и ни в коем случае его даже по закону нельзя трогать. Мы заботимся о нашем заказнике, мы убираем в нем мусор, помогаем тушить пожары, работаем с туристами. А тут нам вот такой проект, который просто перечеркнет все наши усилия, все наши старания. Рассекать и нарушать единство территории, нарушать связи между частями территории. Ну, с моей точки зрения, с точки зрения биолога, это просто было бы преступлением. Эксперты Greenpeace провели юридический анализ ситуации. Строить здесь газопровод незаконно. Мнение ученых и требования закона не волнуют газовиков. Они упорно добиваются своего, используя для этого правительство России. Greenpeace Австрии обнародовал документы, где показано, как лоббисты Nord Stream 2 заручились поддержкой руководства российского правительства. Вице-премьер Дворкович предлагает изменить не опасный проект, а российское законодательство. Почему компании «Газпром» и Nord Stream 2 AG отказываются от альтернативных вариантов, неясно. Пока еще не доказано, что новую трубу нельзя проложить рядом со старой вдоль Nord Stream 1. Остается открытым и вопрос, а нужен ли этот газопровод вообще? Есть много экспертов, которые сомневаются в этом. Среди критиков проекта представитель депутатской группы по зеленой энергетике в Европарламенте Клод Турмес. Он называет проект расстиланием ковровой дорожки для «Газпрома» и уверен, что он основан на сильной переоценке спроса на газ. Он убежден, не нужно разбазаривать миллионы на обреченные на провал проекты. Для начала нужно разобраться, сколько газа нужно Европе в реальности.
Кроме того, необходимо помнить парижские соглашения по климату и обязательства Европы вкладываться в зеленые технологии, а не в ископаемое топливо. Наверное, существуют резоны, заставляющие лоббистов нарушать закон, экологические нормы и принципы. Интересы каких структур и персон стоят за новой газовой трубой, это уже отдельный другой разговор.